Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня покажу, пройдусь по вот этим, сейчас я вам их покажу, тапочки, следочки. Я давно на них смотрела, вот смотрите, вот эти вот. Решила, нашла описание ВКонтакте, решила их связать. В принципе, они не сложные, но... Есть один нюанс. Тут четко дано понятие, как бы четко спицы, четко петли, размер четко 39. Я вязала на свой 37, но у меня были тоньше нити и тоньше спицы. Спицы номер 5, у меня спицы троечка и нити 140 метров на 100 грамм у них как бы дано. А у меня были 180 метров на 100 граммов. И просто пройдусь по этому описанию, расскажу вам и расскажу свои соображения, как эту, как бы, как этот носочек, следочек чуть-чуть подкорректировать по размеру. Как бы, если не, это ж бессмысленно, 31-39 размера, если мы хотим связать 36 или 45 для мужа, правильно? Нам нужно как-то это все подкорректировать. Один способ, конечно, есть. Это просто корректировать толщиной нити и толщиной спиц. То есть, чем толще нити, тем больше размер. Но еще расскажу вам именно мое свое мнение на это все дело. И пройдемся по этапам. Так. Начинаем наше вязание с того, что мы набрали 58 петель и провязали один ряд лицевыми петлями. Сейчас мы будем добавлять, расширять эту ступню. Начинаем вязание со ступни снизу. Одна кромочная воздушная петля. 27 лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Это половина нашей ступни. Вот. Если сложить, это будет половина. Сразу скажу, девчонки, вот здесь, вот на этом этапе, мы можем корректировать ступню. То есть, связать образец и высчитать плотность вязания, сколько у нас в одном сантиметре. То есть, если, допустим, в сантиметре 2 петли, мы на сантиметр добавляем 4 петли. То есть, чтобы добавить 1 сантиметр ступни, нам надо добавить 4 петли вот в эти сектора, где 27 петель. То есть, здесь немного мы можем добавить, подкорректировать. И еще в одном, вернее, на втором... И еще по рядам мы можем добавить. Поэтому вот это первый момент. Второй момент я вам покажу. То есть расширить эту ступню. Так, 27 петель мы провязали. Вот здесь вот у нас будет центральные 2 петли. Можем обозначить маркером. Я не буду обозначать. Воздушную петлю делаем. Провязываем 2 лицевые. Делаем воздушную петлю. И вяжем лицевыми до конца ряда, до кромочной, перед кромочной опять добавляем воздушную петлю. То есть добавления у нас идут в начале и в конце ряда, перед кромочной петлей и после кромочной петли. И по центру, вот отделяем мы наши, вернее, две петли центральные, и в сторону от них мы идем добавлять. То есть добавляем во втором ряду у нас 2 центральные, потом 4 центральные. Расходимся от наших воздушных петель, то есть в стороны. Вот так вот уголком оно пойдет. Добавляем не возле этих двух, а уже после вот этих добавлений, которые мы делали. Изнаночный ряд мы провяжем без изменений.
Так, четвертый ряд я вяжу, вот смотрите, добавила после кромочной. То есть это у нас добавления идут все в изнаночном ряду, потому что первый ряд мы провязали лицевыми, и чуть-чуть оно у нас сместилось. Обычно у нас добавления идут в лицевом ряду, а здесь у нас в изнаночном. То есть лицевой ряд я провязала лицевыми без изменений, в изнаночном ряду добавила после кромочной петлю. Вот здесь вот сколько петель, там четко написано, я ссылку оставлю, вы посмотрите. Четко написано количество петель. Я их не считаю. Потому что считаю, что сейчас я, допустим, вяжу по описанию, а в следующий раз я добавлю, там, наберу не 58 петель, а 68 буду вязать мужу. И поэтому число петель будет другое. Вот теперь смотрите, мы дошли до нашего центра. Вот наши предыдущие набранные петли. Видно, что это воздушная петля. Мы ее оставляем слева и перед ней делаем воздушную петлю. То есть этот уголок у нас будет как бы раздвигаться. Теперь у нас по центру 4 лицевые петли и делаем следующее добавление. То есть мы добавляем не как реглан сразу возле двух сразу, а добавляем в начале и в конце этих добавлений, и у нас этот уголок пойдет вот так вот. Вяжем до конца ряда, до кромочной. Делаем воздушную петлю перед кромочной. И точно все вяжем идентично. То есть добавления у нас идут перед, вот здесь, вот перед предыдущей воздушной петлей, а здесь вот после воздушной петли. И потом у нас это все так вот раздвинется. Вот, я уже, девчонки, отклонилась от описания. Там написано вязать 13 рядов, у меня получилось 19, по-моему. Вот. Так что, если бы я связала 13 рядов, это был бы детский носочек. Поэтому я провязала 19, вот так вот посмотрела приблизительно, чтобы у меня как бы на ступню можно ножку поставить. Понятное дело, что оно подтянется, подкорректирует ножку, ну, приблизительно... смотрите по ступни. Вот это вторая фаза, когда мы корректируем вот эту ступню. У нас от этого зависит как бы последующий весь размер. Потом оно сядет уже все как нужно. То есть здесь я набрала петли по описанию, а тут уже провязала еще ряды на, ну, как бы еще ряды, чтобы скорректировать эту ступню. Так что вот это два этапа, где мы можем скорректировать. То есть вот этот этап мы можем набрать, удлинить. Это если, допустим, это мужской носок, нам нужно удлинить ступню, он будет больше размера. То есть здесь вот добавить петли, когда набираем, и провязать еще как бы дополнительные ряды. Вот здесь вот хорошо видно, где я добавляла эти петли, как я говорила, оно будет уголочком. Теперь нам по описанию у нас должно быть обозначено среднее 9 петель. Как это может быть среднее 9, если число петель кратное, я не могу понять. Поэтому я буду как бы обозначать центральные 10 петель. Вот от последних воздушных петель. Вот они, вот она и вот. Я вот здесь вот сейчас посчитаю, вот отделяю воздушные петли и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть у меня тут 14 петель. Я по 2 убираю с каждой стороны и обозначаю маркером лучше всего. Но у меня, к моему стыду, у меня нет маркеров. Я обозначу ниточек первую и десятую. Вот эти как бы, они у нас будут центральные, эти петли. И теперь еще два ряда мы вяжем лице. А, кстати, я сейчас на изнаночном ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот десятый. Вяжем теперь два ряда лицевой гладью. То есть лицевой ряд лицевыми петлями, а изнаночный ряд изнаночными. Потом будем делать, как бы формировать наш следочек. Так, обозначила я средний. Можно, ну, если хотите, обозначьте. Ой, что-то я неправильно. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно, только я подвинулась на одну петлю. Неправильно.
Поэтому передвигаюсь влево. Знаете, почему неправильно? Потому что вот видите, здесь вот воздушная и 2 петли, а здесь вот воздушная и 4 петли. Как у меня так получилось? Вот видите. Поэтому я переделываю, подвигаю и центральные. Это можно как бы проверить от этой обозначенной петли, чтобы влево и вправо у нас было одинаковое количество петель, а по центру 10 петель. Вот. И вяжем 2 ряда лицевую гладью. Я эту подвину. Перебралась я на лицевую сторону, потому что я завязала на изнаночной стороне. Гляньте, завязала, не могу развязать. Так, вот. Теперь у меня все нормально. Эти 10 петель центральных, смотрите, если ножка широкая, можно сделать 12. Поэтому это тоже как бы не точное число. Если нитки тонкие, можно сделать и 14. Вот приблизительно, смотрите, вот это будет ваш как бы центральный, вот эта планочка на ступне сверху вывязываться, эти 10 петель. Теперь вяжу 2 ряда лицевых. Теперь мы их провязываем 3 вместе с наклоном вправо. Так, теперь провязываем эти наши 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десятая наша петля. Вот видите, обозначенная она. И здесь снова делаем то же самое. 3 петли, теперь только с наклоном вправо. Просто мы их провязываем 3 петли вместе. И по 2 петли, ой, вернее, 3 петли с наклоном влево и 2 петли с наклоном вправо. И еще раз. 2 раза по 2 петли, 1 раз по 3 петли. Полностью идентично, как на той стороне. Значит, по обе стороны у нас от 10 петель сокращение по 3 петли вместе и 2 петли вместе, 2 петли вместе. Довязываем до конца лицевыми петлями, изнаночные вяжем без изменения изнаночными петлями. Теперь наши 10 петель. 10 центральные. И опять сокращение. 3 петли вместе с наклоном влево. Тут я не переснимаю их. Вот они. Почему с наклонами этими? Потому что потом симпатичная такая косичка получилась. И 2 вместе с наклоном вправо. И 2 вместе с наклоном вправо. И до конца ряда лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными. Вот так вот уже формируется наш как бы мысик. Так, и следующий ряд, девчонки, провязала изнаночный, лицевой, опять же, сначала лицевыми петлями. Теперь мы уже здесь не делаем эти сокращения, мы вяжем аж до следующей, как бы, нашей обозначенной петли. Просто тут лицевыми первая обозначенная, вот она у нас здесь, и вторая обозначенная вот. Я до нее вяжу. Количество петель, опять же, не говорю, у каждого будет свое. Провязываю эту десятую петелечку. И там, где у нас было 3 вместе, теперь мы провязываем лицевой 2 вместе. То есть эту петлю и следующую. Поворачиваем. Тут уже начался этап как бы обычной пятки. Возвращаемся. Вяжем изнаночными. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 центральные. Вот она обозначенная. И изнаночная петля. Так, смотрим, девчонки. Видите, вот она наша центральная часть, которую мы вязали и убавляли по бокам. Вот здесь вот, как бы вам объяснить.
Смотрите примерно, вот так вот, чтобы это было как бы на ножку удобно вам. Но не совсем в обтяжку, послабее. То есть примерно меряйте по своей ноге вот это, вот этот объем, сколько, какое как бы количество нам вязать, сколько. Тут уже просто наша интуиция. Опять же, если хотите вязать строго по описанию, то описание я вам ссылочки оставлю. Теперь мы что делаем? Снимаем, провязываем эти 10 петель. Вот когда мы уже как бы определились, что нам достаточно вязать эту центральную часть, провязываем тут 2 вместе и вяжем до конца ряда. Еще один изнаночный ряд мы свяжем лицевыми петлями. Далее мы будем вязать платочной вязочкой. Там в описании у нас 6 рядов, по-моему, сейчас я посмотрю. Так, сколько? 5 рядов у нас там. Но я вязала больше, девчонки. Я буду вязать больше, повыше этот манжетик. Пока я сейчас рассказываю, вернее, пока вяжу, я вам немножечко расскажу, что этот носочек можно, следочек, вязать не как следочек, только просто вот эту часть теперь, которую мы перешли как бы на манжетик, мы можем связать резинку, получится обычный носок. Можем этой же платочной вязкой провязать выше, получится как сапожек. Вот смотрите, последние у нас вот эти петли, видите, вот которую мы 2 вместе провязывали, мы их еще провязываем, вяжем до конца ряда, то есть уже все петли у нас в работе. И далее вяжем платочной вязкой, то есть все ряды лицевыми петлями и все петли задействованы. Просто ровненько вяжем и закрываем петли. Когда мы уже решили, что нам достаточно, закрываем петли туго, чтобы он держался на ножке. Вот я на финише провязала, я 10 рядов, в оригинале 5, я не знаю, мне что-то показалось так лучше. Тут уже на ваше усмотрение. Вот так вот он выглядит пока. Сейчас я оставила подлиннее ниточку, и вот в этом месте, то есть пяточку и всю ступню, вот так вот я сошью, а потом померяю, вам покажу. Сейчас он кажется очень безобразным, на мой взгляд, вот такое непонятно что. Посмотрим, что будет на ножке. Так, сшила. Вот так вот выглядит он с изнанки. Теперь выворачиваем, я же говорю, сначала, ну все... Такое смешное получается. Вот она, наша стопа. Вот такая вот. И вот сам следочек. Вот в таком... Не, ну ничего, не смешное, нормально. Вот смотрите, он стоит. Сейчас еще вам покажу на ножке. Одену его и покажу, как он выглядит. Вот теперь вот на ноге. Вот смотрите. Вика задрала ногу на стол и показывает вам следочек. Я думаю, нормально. Не я думаю, я в принципе довольна. Он когда по ноге, вот смотрите, и нормально выглядит. Вот он. Так. Вот наша ступня. Вот. В принципе, девчонки, все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.